10 августа 2020 года, 3:56 дня, по нулям километраж. Стартуем из Владивостока по Приморью на север. Преображение, бухта Валентин, Дальнегорск, ну, Каменка, может, немножко дальше, там за Дальнегорск проедем. Ну и все, и обратно домой. А все про все у нас сегодня что-то неделя. У нас две недели, даже чуть-чуть меньше, 24 числа уже на работу. Вот, ну все, стартуем, смотрим, катаемся. Здравствуй, небо! Доехали мы до Арсеньева, встали перед самым Арсеньевым на ночлег, вот на таком озерце, оно прямо около дороги, озерцо небольшое, но полное лотосов, симпатично, тихо, а главное нет комаров и оводов, потому что перед этим вот в Анучино искали местечко у воды где-нибудь на речке или там еще что-нибудь, и там нас комары и оводы чуть не сожрали. А здесь хорошо, комаров нет, оводов нет, и такая вот лужайка небольшая прямо около дороги. Тут люди подъезжают, смотрят лотосы, фотографируются, ну и мы решили тут заночевать. Вот, а завтра двинем дальше, так как выехали мы поздновато сегодня, часа в 3, наверное, выехали, поэтому торопиться некуда. Вот. По винишку. И, в принципе, отдыхаем. Уточки на озере плавают. Не видно в кадре, но они там есть. Ну что, 2 часа ночи, мы снялись с ночлега и решили ехать. Спать что-то не спится, душно, комары с вечера немножко налетели, сколько могли их там поубивали, все вроде нормально, но спать все равно не спится. И решили потихонечку ехать дальше. А днем потом, если что, поспим. 11 августа 2020 года. Продолжаем путь. Проснулись. Позавтракали. Чаек пьем. Чаек с пряниками. Мятный. Мятный. Вот. И сейчас покатимся дальше. Ночью мы немножко проехали, там километров, не знаю, 50, 60, 70. И стали снова спать. Чуть-чуть подремали. Сейчас вот 8 часов утра, 15 минут 9. Чаек попили, позавтракали. И двинем дальше. Собака вон батонится. Спит. Как обычно. Подняла нас. Вот она же. Это мы в районе Чугуевки. Да. Ну и цель на сегодня Дальнегорск, Каменка. Там вроде впереди солнце, а здесь так немножко покрапывает. Вот, на стекле капельки. А впереди вон там на горизонте вроде как просветление, солнышко. Ну все, помчались. Ну что, вот мы и добрались до Дальнегорска. Время 11:18 на телефоне. Вот. Сейчас тут на стеле выйдем, немножко подышим, ноги разомнем. Так долго до Дальнегорска мы еще никогда не ездили.
Но торопиться нам некуда. Едем не спеша. Отдыхаем. Дальнегорск. Бублик нас везет дальше. Вот. Делаем дела. Разминаем лапы. И дальше. Дальнегорское водохранилище. Раньше сюда доступа не было. Сейчас свободный доступ. Люди вот отдыхают, здесь сделали даже раздевалки, лавочки. То есть можно свободно купаться. Город питается сейчас с другого водохранилища. А это так, резервное. А раньше было, ну, может быть, даже основное, не знаю. Ну, раньше сюда не пускали. Вот. Там вот в углу сброс. Вот. Завтра там залезем, полазим, покажем. Сброс там такой симпатичный, интересный в скале, как в пещере. Вот. Ну вот. Вода как зеркало. Отражается сопка. Вот. Очень так симпатично. Мелко тут около берега. Ну а дальше прям очень глубоко, ну как любое водохранилище, очень глубоко. Вот. Короче, погода налаживается, солнце вышло. Вот. И очень, наверное, будет жарко после обеда. Да, эту воду, водичку, говорю, можно пить, да. Молодец, собака, молодец, моя собака. Молодец, умничка. Покупались, освежились на водохранилище. Каспер вон наплавался, спит без задних ног. Наелся. Сейчас двигаемся в сторону Рудной пристани. Там на маячок залезем. Вот, ну и дальше там уже по ситуации. В сторону Каменки и Лидовки будем двигаться. Ну вот, приехали на Рудную пристань, ту самую, где знаменитые две скалы, два брата, вот они, которые изображены были на 100-рублевой купюре, не помню какого года, по-моему, 93-го, что ли. Вот. Что-то морем пахнет. Морем, ну, сильно так пахнет. Вот они, два брата. А мы сейчас вон тут где-нибудь припаркуемся и пойдем вон туда на маяк. Сходим. Тут вот эти здания старые, сложенные из камня. Видимо, бывшие жилища маячника. Разрушено все. Поросшее. Естественно. Ну и сам маяк. Вот он. Сейчас мы к нему подойдем. Давай, давай, давай. Чуть-чуть осталось. Вот
собственно, сам маяк. Что здесь было, непонятно. Кто-то закрепил флаг советский. Вот и те самые жилища. Козел Козлов. Один из активных бойцов Ольгинского, Тетюхинского, Дальнегорского партизанского отряда. Что делаешь? Качаю. Качаешь? Камбодя качает. Короче, мы приехали до Каменки. Каспер, ты где? Приехали мы до Каменки. Здесь будем ночевать. Наше барахло цыганское. Вот так вот мы расположились. Вот. Ничего лучше не нашли, не придумали. Ну, берег шикарный, море шикарное. Камни. Деревня Каменка вон там. Короче, мы здесь будем вялиться. Сегодня, как минимум, эту ночь. А завтра по погоде. Вот. Сейчас накатим бухлишко. Еще не выбрали, винишко или текилки. Ты что будешь, алкашка? Что начислишь? Что начислишь? Каспер, а ты? А Каспер сыт стоит. Он будет все. Шабакин. Шабакин, габакин. Немножко подутихло. Было очень сильно. Штапочек слетел. Унесло. Правда, выбросило потом на берег. Что там, как погода? Нормально. Нормально? Под крышей. Дождик пошел. Сейчас пройдет, туча набежала. А мы тут собрались ужинать. Отужинать. Дай-ка я залезу. А что ты, винишко-то давай сюда. Наливай. И мидии сюда давай. Ну что? А мне нет. Мне попу не мочит.
дождик закончился, вышла радуга. Вот она, красотка. А, плохо так видно, вот так хорошо. А вон там, на горе, маяк. Называется маяк опричника. Третий день нашей стоянки в Каменке. Утро. Море сегодня не такое волнительное. Можно даже занырнуть. Волна умеренная. Штиль практически. Можно купаться. Но водичка бодрящая. Сейчас позавтракаем, повялимся. И, наверное, будем сниматься с якоря и двигать дальше. В сторону Валентина, Преображения. Вот. Короче, план такой пока. Каспер, привет передавай. Иди сюда. Молодец, молодец, пёсель. Молодец. Да, да, да. Дай лапу, дай лапу. Лапу дай. Молодец, молодец. Молодец, Каспер, да. Выехали мы с берега Каменки, вернулись в Дальнегорск и сейчас пойдем в ту самую чашу, так называемую, здание амфитеатра. Когда-то здесь проводились какие-то мероприятия, театральные сценки, видимо. Вот тут вот сидели зрители, вот так же, как эти девочки. Были лавочки, отличный звук. Внутри есть помещение, видимо, для переодеваний. И вот так оно выглядит сзади. Все запущено, заросшее, разбитое. Вот. В былом детстве, как говорится, все это работало. Сейчас все запущено. Ну вот тот самый сброс. Та самая чаша. Сейчас мы к ней подойдем и вон в ту... Вон в тот вход. Я попробую зайти. Сейчас попробуем заглянуть за угол. Посмотреть. Морось, конечно. На дне камни иногда переступаем. Но течение дикое. А когда-то, ну не когда-то, а когда небольшое течение, можно дойти прям до сброса и под ним, как говорится, как под водопадом посидеть. Вот. Сейчас, ну нереально. Просто вот сейчас еще шаг за угол и, ну, снесет просто. А вот тут за угол, за углом, где я, в принципе, нормально. Вот, можно стоять. Заморосило, ничего не видно, поэтому выключаю камеру. Смеркалось. Дорога ведет на гору, на которой вот это вот ретранслятор, так называемый, ну это как вот эти сотовая связь, антенны. На горе стоит. И там есть такая площадочка небольшая на самом верху. Видовая. Условная, так сказать. Не знаю, сколько высота тут над уровнем моря. Но вот это вот внизу светится Дальнегорск. Как будто вот с окна самолета смотришь. Ну, в общем, мы спустились с горы. Заехали в какой-то двор в Дальнегорске. И здесь будем ночевать. Двор тихий, уютный. Каспер уже вон укладывается. Что-то поперхнулся. Что случилось? Каспер, ты что, подавился? А мы сейчас запиточим арбуз. Очень сладкий, спелый местный арбуз.
с хлебом. Хлеб нереально вкусный в Дальнегорске. Мягкий, свежий. И со спелым арбузом очень вкусно. Скажи. Нет слов. Скажи, ты раньше ела хлеб с арбузом? Mm-mm. Или арбуз с хлебом? Нет, я только слышала об этом блюде. Об этом ну лакомстве. Как? Ну и как тебе? Это лакомство. Зашло? Ну, короче, сейчас мы натрескаемся. Вот хлеб, вот арбуз, вон горшок. И всю ночь, наверное, будем бегать, сикать. И Каспер, он хлеба пытается запиточить. И мы сейчас задрыхнем. Вода есть, все есть. Закрылись. Все. Спокойной ночи. 8:05 утра. Какое число сегодня? 14 августа 2020 года. Проснулись в Дальнегорске, крайний день. Мы выезжаем. Каспер дремает. Еще, видать, не выспался. Привет маме. Я выспалась. Ты выспалась? Ехали в деревню Синегорье, хлебушка купить. И вот такие тут пейзажи, тёлочки на крылечке. Самая прошаренная корова. Заехали мы в Ольгу. Решили здесь остановиться, немножко размять кости. Вот в таких походных условиях. Под дождём мы варим собаке обед. Себе так не готовим, как собаке. Вот. Что тут у нас собачки на обед? Пупочки. Вот. Какой-то тут лесок небольшой около магазинов. Тут в центре практически поселка Ольга. Мы тут варим пупочки. Вот. Курс сегодня на бухту Валентин, до которой еще 180 километров. К вечеру, надеюсь, мы туда приедем. Дорога ожидается не очень, там грунтовка. Ну ничего, будем катиться, использовать непогоду на дорогу. Сейчас вот пупочки доварятся, а еще помыть надо арбуз нам. Арбуз нам заходит с хлебом очень хорошо. Вот, и мы, короче, двигаемся нормально. Ну-ка, пробу, мама, снимай. Пупочки Каспер ждет вообще. Обнаженные мы, мой светлячок светит во тьме, маленький Будда идет по пути. Это подарок мне и тебе. Глубже вдыхай радость земли, там наша любовь. Разогнавшимся ветром наша любовь. В поселке Валентин есть центр культуры. Музло долбит из колонки. Каспер, расскажи, куда ты приехал? Короче, доехали мы до поселка Валентин. Да, можно. Вот. Каспер. Вот. Доехали вот в таком виде. Дорога ужасная, грязная, машина грязная. Вот. Более-менее приличные бухты в поселке Валентин, естественно, под шлагбаумом. Закрытые. Здесь проточная пресная вода впадает в море. Вот. Эта бухта тихая, маленькая такая, уютная. Пляж, песок. Палаточный городок, домиков нет. 300 рублей с человека стоит здесь сутки. Вот. За машину денег не берут, только за человека. Ну и в общем,
мы вот решили здесь заночевать. Дикого пляжа в Валентине не нашли, и нам сказали, что вряд ли мы найдем. Вот, тут все под шлагбаумами. Некоторые берега там с домиками, еще дороже, сложнее. Короче, все здесь печально в этом плане. Как бы нам не хотелось дикого места, неудача, да? Ну, короче, мы решили тут пару ночей пожить и двинем там уже в Преображение. Будем что-то там. Думаю, там будет поинтереснее, попроще. Маяк наш. Нет. Свет наш. Текилка наша. Арбуз. Загоночку еще будет. Картохи нажарили. Сейчас мы будем ужинать. Вернее, не будем, а уже ужинаем. Молодец, молодец. Скоро спать. А мы сейчас поедим арбуз и тоже завалимся спать. Скажи. Тихо. Дети спят. Дети спят. Небо очень красивое. В кадре, конечно, видно не будет, но звезд миллиард просто. Соломенная хижина, травинка на ветру, бумажные журавлики набирают высоту все выше, 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 а мы с тобой на крыше. Здесь к небу чуть-чуть ближе, где-то далеко за городом находила покой одинокое облако над туманной горой. Где-то далеко за городом обретала покой одинокое облако над туманной горой. Вот такой длиннющий пляж в бухте Тасовая. И народу прям минимум. Мы еще не дошли тут до конца, еще метров 500. Смешные в ту сторону. Из книги перемен холодный мертвый воздух. Среди дворцовых стен все громче, 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 все громче небосклон. Мы вместе с первым громом идем вдвоем. Где-то далеко за городом находила покой одинокое облако над туманной горой. Где-то далеко за городом обретала.